Жаркая, коллеги, и не просто жаркая погода, она еще и ветреная. Понимаете, для чего у меня, дорогие коллеги, кто работал, чтобы не возгоралось, чтобы... Сегодня во всех городах введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет посещения лесов, разведения костров и все, что с этим связано. Вот здесь важно понимать, раз мы этот ввели особый противопожарный режим, как он тоже будет исполняться конкретно на практике, не просто на бумаге ввели и все. Хотя бы для начала давайте до всех доведем то, что такой режим есть. И что в лес направляться для пикника уже нельзя, не рекомендуется, а нельзя. Если мы это сможем, оградить лес от желающих шашлыки пожарить, тогда, когда все-таки, еще раз подчеркиваю, введен особый противопожарный режим, тогда на самом деле и будет тот результат, о котором мы говорим. Тогда и тушить, коллеги, ничего не придется.